Если верить Википедии, на центральной площади мира сейчас происходит не что иное, как восстановление устаревшего объекта. Реконструкция – событие долгожданное. Надо как-то побольше сделать площадку, чтобы больше народу было, то ну, площадь пустая и все. Как-то развлечений больше для детей, мне кажется, сделать. И будет самое то. Детский комплекс большой какой-нибудь. Вот реально не хватает какого-нибудь такого, я не знаю. Позади вас. Ну, все равно, это как-то побольше, я не знаю. Ну, это качели, как бы, да, я как вам, как вот в Тюмени, в городе, Сургут, побольше каких-то. Торгово-развлекательные. Да. А что бы вы нового хотели видеть на центральной площади Когалыма? Фонтан, площадки, еще что. Новые какие-то деревья, вон те старые уже. Что тут строят? Вот мы не знаем, самим интересно. Может быть, все-таки построят нормальный фонтан, красивый для детей. Или какие-то развлечения. Было бы неплохо. В данный момент сейчас строят. Это плюс большой. Строят, и это уже плюс. Хором говорят когалымчане. Благоустройство прогулочной зоны, которое началось еще в прошлом теплом сезоне, продолжается. Рабочие кладь за кладью формируют поверхность из поребрика. У нас будут 3 игровые зоны. Они будут заливаться резиной, резиновой плиткой. И также будут пешеходные дорожки, на которых будет устанавливаться поребрик под пескоцемент. Все хотят, ну, в том числе заказчик, и также наше руководство, очень хотят до 24 числа, чтобы до дня города мы успели. Мы прилагаем для этого все усилия. Надеюсь, мы никого не подведем. А чтобы все было по строительному этикету, на месте работает геодезист. Спутниковый приемник помогает Дмитрию Ленкевичу разбить, в хорошем смысле слова, эту территорию. Можно ошибиться на 2 сантиметра, никто не заметит, а геодезист может это увидеть. То есть, если вначале где-то ошибиться, то в конце это уже будет ошибка намного больше. Если заглянуть в недалекое будущее, рядом с прогулочной зоной расположится детская, а также площадка для отдыха с малыми архитектурными формами. Какими, специалисты администрации пока оставляют в секрете. Это будет просто малые архитектурные формы установлены. Согласно норму, под ними будет выполнено резиновое покрытие, а территория вдох этих зон будет выполнена из плитки. Появится 5-6 арт-объектов, интересных для визуального восприятия, функционального восприятия, зоны тихого отдыха. В общем-то, если взять площадь в целом, значит, у нас детская площадка. Если слева направо смотреть, здесь будут арт-объекты, здесь будут у нас арт-объекты деревья, и завершается это книгой. То есть от улицы Молодежная вплоть до МФЦ, до строительного объекта, это сейчас торговый центр, вот это все будет комплексно отработано. Также появятся дополнительные урны и скамейки. Вдоль площади зажгутся новые огни. Установлено 9 опор освещения. А местная достопримечательность, Писк 2018 года, деревья сакура, немного сместятся. Чего-то архи-уникального, конечно, не будет, как там жители. Ну, мы помним, когда было голосование, мы рейтинговали территорию. Данная территория в том числе попала номером 2. То есть первый был пляж, второй была площадь мира. И вот это и есть пожелание для нас, команда жителей, отработать. Проект будет закончен в следующем году, когда рабочие возьмутся за восстановление фонтана. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, Алексей Николаев. Специально для новостей.